ООН принял 4 резолюции, в том числе резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированной территории, более 25 лет они не выполняются. И тут мы подходим к важному вопросу имплементации принятых решений. Совет Безопасности ООН – высший международный орган. И если в течение более 25 лет решения, принятые Советом Безопасности, не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер.